Поменяться забыл. Да, бархат поменяется с бриллиантом. Да. Бриллианта там бархатом накрыть, понимаешь? А давайте, может быть, и мы сверкнем. Мы шли там и там. Намного лучше у них получается, они у нас бриллианты. Что это? Сделаем, например, первый раз, что они поют, что они хотят быть Радхарани. Ой, а мы поем немножко Хари Кришна, а во второй раз мы споем два раза, что мы хотели быть Читани, а потом все вместе Хари Кришна споем. О, давайте. Попробуем. Только там Хари, Хари, Хари. У нас не получается. Давай попробуем один раз. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. А давайте каждый как-нибудь разделимся, чтобы и мужчины, и женщины пели Хари Кришна в конце, а кто-то включился и начали, да? А может начнем с Хари Кришна? А мы будем сейчас, я хотел уже. Запотел тут, как любит Радхарани, потому я стал Читани. Хотел бы, как любит Радхарани. Конец. Матрена, на дирижу рассматривает. Он косыми лучами, как же смогу я увидеть Кришну слепыми глазами. И открой рукой своей пеки в каждом одиноком человеке. И нет такого существа, чтобы любить, как искренне до дна. Все перепутали опять. Я хотел узнать, как любит Радхарани, и поэтому я стал Чайтани. Я хотел узнать, как любит Радхарани, и поэтому я стал Чайтани. Я хотел узнать, как любит Радхарани, и поэтому я стал Чайтани. Я хотел узнать, как любит Радхарани, и поэтому я стал Чайтани. Я хотел узнать, как любит Радхарани, и поэтому я стал Чайтани. Дождись до рассвета, сердце неустанно просите Кришну, одного только Кришну, дай мне духовный учитель. Не ошибайся, слепые наставления. Волнительным почтением. В этом мире нет другого существа, чтобы любить так искренне до дна. Хотел узнать, как любит Радхарани, и поэтому я стал Чайтани. Да, день в лагере.